Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. И вот, ребятушки, я дождался тех самых денег, которых мне не хватало для постройки моей казны. Так что сейчас наступает момент истины. Сейчас я только немножко здесь рассортирую народ. Кто у меня тут без дела шоркается еще? Так, ты у меня пойдешь. Вот, а тут занято все? Блин, все везде занято. Ну давай тогда в алхимию иди. Будешь у меня изучать потихоньку алхимию. Ну что, кто у меня еще гуляет без дела, а? Есть такие? Ага, здоровенько. Так, пойдешь в алхимию тоже. Ну что, вроде бы и все, да? Ну что, можно, ребят, наверное, сделать один бой. Раскаленный ужас. Так. Ну и что, что у меня все забито? Мне не это главное. Главное получить с вас сундучок. Так, готовим замену. Ну, вперед, как говорится, была, не была. А вдруг повезет. Так, поехали. Так, краса, ты держись у меня, главное. Блин, упала. Ё-моё, ну что за незадача? Так, но она все-таки встала, и это хорошо. Да убить вы этого голема, отлично. Так, давайте некромантов разбирать. Маг, держись. Конечно, будет он держаться. Лука, ну хоть ты не подведи. Есть! Есть, ребята, затащили мы их все-таки, уродов этих. Ну что же, нормально, я получаю сундучок. Так, давайте отхиливаться. Так, маг, тоже иди. Забираем награду в прогрессе. И давайте вскроем сундук. Посмотрим, что выпадет. А выпадают нам деньги. Ну, деньги у нас все полностью забито. А со второго? Со второго у нас... О, выпадает посох. Ну-ка. Раз в некоторое время восстанавливается изюмку 1050 хп. Ну, посох слабенький, если честно. Так, здесь кто у нас ходит? Всеволод. Ну-ка. Три звезды. Блин. Ладно, иди пока. Наверное, давай в казначейку тебя поставим. Временно. Потом решим, что с тобой делать. Ну что, ребята, наступает момент истины. Давайте изучать. А что у нас такое погреб? Я уже забыл. Это для еды. Нет, ребята, делаем сейф. Наконец-то я поставил этот гребаный сейф. Все. 12 часов будет он у нас изготавливаться. Ну что же, это очень много времени, а пока можно сделать небольшую расстановочку и пойти на законный отдых. Так, краса вылечилась. Маг мой вылечился. Это хорошо. Так, надо, наверное, кого-то отправить на раскачку. Как думаете, ребята? Может быть, Савелия? Чтоб немножко бицуху подкачал. Так, ты иди сюда. О, как раз то, что надо, сделали. И можно было бы, в принципе, и Матвея отправить. Тогда эту девушку надо куда-то пристраивать. Но нам ее некуда. Так, ну ладно, ребята, давайте, наверное, знаете, что я сделаю? Мага верну, а лучника все-таки поставлю. У него 29 уровень, как-никак. И ему, скорее всего, уровень 30, скорее всего, не помешает. Так, а Ева... Ну, а Ева пускай здесь и остается. Давайте просто сделаем небольшую рокировочку, да? Все, что я делаю, делаю только во благо своих воинов. Ладно, иди. Вот как раз... Он понял, что надо делать. В принципе, все дела я сейчас сделал, да? 12 часов будет у нас строиться. Еды у меня так и так нету. Можно сделать, в принципе, наверное, рекламную паузу. Всем привет, ребята. Так, что у меня тут? Нападение очередное было, да? И что же у меня стырили? Так, потерь нету. Меня это радует. Ну что же, вот у меня Матвей и получил 30 уровень. И я очень рад. Так, подожди, кого? Нет, не тебя. Матвеюшка, возвращайся давай скорее. Давай, родной, беги быстрее. Так, а ты? Да, ты у меня пойдешь сюда. Так, у нас тут сейчас будет пополнение, да? Двое беременных. Ну, давайте глянем сюда. Любомир.
Хорошо, Любомирушка. Это мальчик у нас. Так, пятый алхимик, четвертый алхимик, повар пятый, пятый. Давайте улыбочки. Казначеи до пятого уровня все выросли. 24 тысячи, да? Ну что же, давайте будем смотреть. Лавовая буря. Блин, да что ж такое-то, а? Кстати, дракона. Надо завалить. Где мои там яблоки? Сколько их накопилось? 48 тысяч. Неплохо. На 4 боя мне должно хватить. Забираем свои кристаллы. Большое королевство. Ага. И... Так, что тут у нас еще? Монетки. 24 тысячи. Так, ну, ты у меня сейчас не сможешь ничего сделать, так как у меня перебор с населением, да? 7 часов осталось нам строиться. Не так и много, в принципе. Ладно, давайте сходим на карту. Филу, Никола. Ну-ка давай, Никола, посмотрим на тебя. Как ты себя там чувствуешь? Сделаем, так сказать, небольшую разведку. 21 тысяча. Ладно, пока не будем тебя трогать. Давайте-ка глянем тогда других. Филон. 23 тысячи. Да, тоже мощнявый. Ладно, пропускаем и его. Может быть, здесь кто-нибудь будет послабже. Так, споны. Ну-ка, покажи ко мне споны. 20 тысяч. Да ё-моё, что такое? А поменьше еще нет никого? Стори. 24. Ядрить тебя на корень, а. Так, ну давайте сюда зайдем еще. Митрич. Ну-ка, Митрич и Дизель. Вот, вот, вот это уже другой разговор. Так, Дизель. Сейчас мы будем тебя разбирать помаленьку. Даже не сопротивляй... И не брыкайся. Я сказал, не брыкайся. Так, ну что, ребятушки, в принципе, все. Разобрали мы этого Дизеля. И поимели с него 36 тысяч золотых. Это хорошо. Так, давайте их отправим лечиться. Итого у меня уже 60 кусков. И 38 тысяч еды. То бишь, получается, грубо говоря, нам еще хватит на 4 боя. Ну, поленья, как всегда, не балуют нас своим поступлением. Скудненько, конечно, очень скудненько. Я даже не знаю, бассейн маны, погреб. А для дерева у нас нужно что? А, склад. Ага, склад. Но до него, ё-моё, сколько нужно ресурсов. И к тому же, опять же, там нужно, по-моему, дерево. А у нас напряга, 17 тысяч деревяшек. Но это ни в какие ворота не входит. Сами помните, как я копил те же самые 72 тысячи или 62 500. Чуть ли не вечность. Так, Всеволод, 3 звезды. По идее, блин, можно было бы, ребята, от него избавиться, к чертовой бабушке. Но так как он у меня в казначейке, пускай, думаю, посидит маленько. А трехзвездочным у нас уже делать нечего. Да, единственное, что у меня войны, конечно, вообще полный завал. Они, по-моему, у меня вообще двухзвездочные. Но если я их выгоню, кто же у меня тогда будет сражаться? Так, ну что же, братишка. Давай глянем на тебя, братишка. Что ты там из себя представляешь? Так, ставим на замену. Братишка, блин. Лавовая буря. Да, соблазн, конечно, есть напасть. Ой-ё, 31 тысяча. Нет, братишка, на тебя нарываться пока не стоит. Ну, в принципе, и на тебя тоже. Яромир, Павел, ну, какой у него лук. Хотя он не особо такой мощный, я смотрю. Оружие какое-то детское в руках. Но откуда такие мощи, я ума не приложу. Ну что же, давайте, наверное, попробуем с вами завалить этого босса. Дракона. Не знаю, получится, нет. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Давайте, поехали, ребята. Так.
Он, в принципе, не намного сильнее меня. Так, главное, чтобы краса не упала. Ой, ребят, да он помог по ходу дела вообще вялый. Ну и босс. Так, тихо. Ну и босс, я вам скажу. Это пугало какое-то огородное. Ну что же, мы получили сундучок и 5000 золотых. Надо вскрывать обязательно. Ну, с дракона-то должно быть нормальный шум. О, вот это я понимаю. Достался мне какой-то мечик. 384. А у красы у нас что стоит? Так, иди пока отхиливайся. И ты тоже за компанию. Так, еще 5000 мы забрали. Пока вроде бы все идет хорошо. Это забираем. Градусник, улыбочки. В общем, свое настроение. Так, возвращайся. И ты иди на замену. Сейчас отхилимся, ребята, и, наверное, еще куда-нибудь сбегаем. Ну, а пока мои ребятушки лечатся, давайте тут заберем по-бренькому. Так, яблоки, монетки. Ага, яблок-то не очень много, но на два боя нам, в принципе, хватит. Так, лука, иди, отличивайся. Ну, я думаю, знаете что, ребята, давайте мы с вами, наверное, рванем дальше на продолжение основного задания. Как говорится, была не была. Сейчас глянем. Земля демонов. Так, три лучника и три некроманта. Ёлки-палки. Я даже не знаю, что у нас там с магией-то вроде бы есть, да? А, меч же у нас еще. Ёлки-палки, точно, ребята. Так, ну я его одену, естественно. Он будет немножечко получше по атаке. Ну и, в принципе, по статам тоже неплохой. Да, довольно неплохой, хоть и уровня чуть-чуть поменьше. Но я его все-таки одену. Так, все, она у меня одета более-менее. Вот эта броня, конечно, это вообще никуда не годится. Так, два поварских костюма у меня. Один, наверное... Блин, нет, они оба хороши. Ладно, пока не будем ничего трогать. Так, Ивар. Ивар Яна. Яна у меня тоже повар, да? Угу. Но пока маленький. Так, все собрали. Ладно, ребята, пошли на карту и попробуем все-таки навалять этим демонам и некромантам. А у меня есть магия? А, магия у меня есть. Это хорошо, это радует уже. Ну, думаю, сейчас мы завалим их без проблем. Ну, это я так мечтаю. Пора схлестнуться нам в неравном бою, демон. Готовься. Ёлки-палки, куда я влез, а? У-у-у, ребята. Хотя, не-не-не, тут... А, нет, подожди. Я... Нет, тут, наверное, нифига не прокатит. Хотя, хер его знает, я... Ой, один лучник у меня остался. Да неужели затащим, а? Да вы посмотрите, он просто красава, мой лук. Блин, у меня нет слов на него. Который раз он вытаскивает меня из самых нелепых практически ситуаций, где вот-вот и проигрыш. Ну, в общем, он у меня маловарик. Так, давайте сундук вскроем, и что нам выпадет? Вау, посох и колечко. Так, кольцо вроде у меня такое уже есть. А посох так себе, ребята. Средней паршивости, скажем. Но все-таки хоть что-то начало выпадать. А то раньше только деньги и ресурсы. Так, ну что, маг отхилился, возвращайся. Краса возвращается у меня, а эти пойдут на замену. Давайте, бегите, лечитесь. Так, денег у нас ровно на один бой. И надо подумать, куда нам с вами лезть. Так, где тут у нас новый посох? А, вот он. Ну, он слабенький. Я сразу говорю вам. Видите, 211. И тем более 818 здоровья восстанавливает союзнику на 23 уровень. Даже трогать не буду. Так, а вот урон. А кому можно поставить кольцо на урон, а? Крит. Слушайте, давайте, наверное, ему и поставим. Тут на 10 уровень, а тут на 23. Я думаю, есть смысл поменять. Будет еще сильнее у нас атаковать. Ладно.
Пускай так у нас все это и остается. У ворот соточка. Нет, это пускай лежит у нас в инвентаре. Так, все, отхилились они у меня. Молодцы. Ну-ка, давайте-ка, ребята, глянем. Не понял я. Ага, лютое подземелье. Эй-эй-эй-эй. Ну что ж, давайте рискнем и этих одолеть. Хотя я думаю, что уже будет какой-то предел и скажут: Рэй, успокойся, куда ты лезешь? Ты хочешь за одну серию пройти все боя? Такого типа не будет. Ну сейчас мы глянем, ребят, что у меня выйдет. Так. Так, ну что, одного, предположим, мы осилили. А их тут, да елки. А, тут их до хрена, ребята. Еще некромант гад оживляет, а? Ну, лучник, давай, родной, вся надежда на тебя. Покажи, что ты действительно гениальный лук. Ну, ну, да, да, чуть-чуть, ребята, чуть-чуть не хватило. Но, тем не менее, я за него горд. Сэр, да понятно, Дональд, что сэр сильнее, ой, враг сильнее. Я и сам все это увидел, хотя и не настолько он сильнее, чем можно было бы подумать. Буквально, если бы уворотик бы сработал, он бы у меня слег. И мы, естественно, прошли бы этот уровень. Ну ладно, главное, что мы теперь знаем, что они там не особо и сильные. Так, тут у них ничего особого нету. Тренировочная бойцов, сколько нужно? 750 тысяч. И дерево нужно 187 тысяч. Ну это просто издевательство какое-то, а? Ладно, краса, возвращайся. Так, ты иди долечивайся, и ты тоже выходи. Лукарь, иди лечись. Так, я думаю, знаете что, ребята, может быть, помните этого Всеволода, или как его звать? Может быть, от него избавиться сейчас? Потому что у нас, как видите, одна из девушек беременна и готова, в принципе, родить ребенка. Ну, а сейчас мы его не можем принять, так как у нас перенаселение. Ну, а если мы того олуха выгоним, вот он, по-моему, да? В казне он у меня сидит. Так, Арина и Всеволод. И, кстати, они оба трехзвездочные. Ну, давайте, наверное, мы все-таки избавимся вот от этого хмыря. Так, извини, парень, иди-ка ты погуляй. Так, принимаем ребенка. Глафира, ну что же, это хорошо. Так, этот у нас убегает, а ты пойдешь за место него. Пока вроде бы и все, можно так сказать. Ну что, лучник, ты, я смотрю, вроде бы отхилился, возвращайся. Блин, еды у нас, ребята, ни на что не хватает. Поэтому придется, наверное, все-таки закругляться нам с вами. Так, ну что, ладно, никого я не буду отправлять никуда, пускай все так и остается. Ну ладно, ребята, буду на этом заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующей серии. А вы не болейте, не грустите, не скучайте. И до скорого, ребята, всем пока. You can't stop now.